сам тренинг ведете, просто супер. Когда я сегодня с утра сюда пришла, я так села и сижу, сплю. Когда вы появились и начали нам что-то рассказывать, просто очень хочется слушать, вникать и вот как бы быть в процессе, так скажем. И если до приезда сюда, у меня была единственная мысль, что я скоро приеду домой, и у меня через пару недель отпуск, и просто так хочется куда-то уехать, от этой работы вообще забыться и отдохнуть. Но сейчас, после тренинга, хочется вот прям, так скажем, в бой, грубо говоря, идти быстрее во все крупные компании, которые можно, со всеми на встречи, и внутреннее ощущение, что все получится. И вам за это большое спасибо. Тренинг, довольно часто бывает на тренингах, в принципе, есть с чем сравнивать. Вот, мне понравилось, как построен ваш тренинг, то, что вот эти разрывы есть между занятиями, есть время осмыслить, как бы приложить вот то, что получилось на занятиях, в своей работе. Ну, все классно. После вашего тренинга реально мне захотелось продавать. Вот у меня было все так скучно, рутина. У меня прям сейчас так бодренько все, я так оживилась аж. Я вот сейчас приеду домой, и реально, мне кажется, я сейчас смогу даже снег эскимос продать. Вот правда. Я вот думаю, что я сейчас уже так научилась разбираться в людях, научилась подход находить, бороться с возражениями, вовремя сказать комплимент. Ну, в общем, я уверена, что все, что вы сказали сегодня и вчера, обязательно мне пригодится. Да, продажи в Сочи, конечно же, повысятся, я уверена, на 100%. Спасибо нашей компании, что встретилась с вами. А вам, Алексей, за прекраснейший тренинг. Когда вы сказали фразу о том, что свобода в бизнесе – это кладбище для него, ну, то есть для меня все стало на место. И про цели тоже вот я что-то там думала, что-то и хотела, мечтала о чем-то, да, и когда это все перенеслось на бумагу, казалось, что это совершенно реально, что это можно сделать. А я хочу сказать, до и после. Я пришла сюда на тренинг, когда пришла в ВИЦ недвижимость, да, отработала 4 дня. Была как каша, какие-то люди ходят. Сюда я пришла, вот. Но, к сожалению, у меня не получилось, 2 дня я пропустила. Но что я преодолела, благодаря вам, да, благодаря этому тренингу, страх перед клиентами, я так сначала боялась общаться по телефону, потом на встрече. Сейчас я уже обнаглела, просто приезжаю как себе домой клиент, заключаю на дому сразу же договор. Я даже уже как бы много пропускаю. Вот. Но мне бы все равно хотелось бы еще посетить тренинг, чтобы еще быть увереннее в себе. Вот. В ближайшее время я планирую, да, я вижу себя, то, что у меня в ближайшие там, 2-3 месяца у меня будет 10 сделок в месяц. Ну, вот. Ну, там доход, естественно, это не меньше миллиона. Вот. Ну, и вот дальше я буду... И поняла я еще благодаря вам, то, что это мое вот, недвижимость мне позволила освоить эту профессию. Вот, ваш тренинг мне позволил освоить эту профессию риэлтора. Вот такой вот. Это особо приятно, потому что я не риэлтор. Я мастер обучения. Вы теперь все риэлтор, видите? Нет, я просто мастер обучения. Я себя чувствую отлично после вашего тренинга, потому что такой позитив, заряд, огромнейший заряд вот, энергии и, самое главное, очень много информации. То есть ту информацию, которую вы в себе накопили, вы как-то умудрились нам за 2 дня вложить в наши головы. Для себя я, конечно, узнала очень много, хотя много тренингов по продажам я проходила раньше, но вот этот этап, это вообще так наглядно, так просто и так запоминающийся. То есть настолько все просто и поэтапно, что ну, просто можно делать легко. Элементарно только себе на бумаге набросать четкий план действий, разговоров и вопросов. И все, я думаю, что там можно выучить очень быстро и очень легко будет общаться. Мне тренинг ваш очень понравился. Здесь были такие моменты, с которыми я когда-то соглашался, когда-то не соглашался. Но вот послушав вас, послушав как бы коллег, я понял, что никогда не бывает однозначного решения. Всегда есть место творчества. Вот. И что я взял от вас, как бы вот, что, в чем вы лично, пожалуйста, как преподаватель, это то, что такая очень спокойная, ненапряженная обстановка. То есть нет никакого высокомерия, нет ничего этого. Вот пока что у меня в голове, как бы это, я думаю, меня все поддерживают.
пришла весна, все очень рады. Придут клиенты и бабло. Спасибо, тренер, за науку. Нам с вами тут повезло. Шоковое состояние по некоторым пунктам. И такие моменты, как там беспричинная уверенность, тоже раньше для меня это казалось чем-то таким. И планирование. Вот таким маячком было то, что нужно планировать. Да, раскрепощенность, наверное. Раскрепощенность и желание двигаться вперед. Для себя в голове у меня теперь есть четкая схема переговоров, которую я смогу проводить, точнее, с клиентом без посторонней помощи, что я, в принципе, уже на них тренировался. Для меня тренинг вообще, это я первый раз на тренинге и сравнительно в продажах вообще, то есть недавно. Для меня все интересно, познавательно, я буду применять все это сейчас уже на практике, планирую услуги продажи. Очень интересно. В ходе занятий просто увидел все свои уже ошибки, которые готов исправлять. И самое интересное, что мне понравилось больше всего, это позиция победителя. Я теперь ее четко сформировал у себя в голове и применяю ее. Тренируюсь почти каждый день. Что вообще работает отлично. Сегодня на тренинге мне понравилась одна мысль. Необходимо побороть в себе желание понравиться аудитории. Я никогда об этом раньше не задумывался. Сказали в самом начале, это на самом деле очень сильно отложило, что запомните как бы основную вещь, что нужно начинать и рабочий день, и в целом идти навстречу именно с позиции победителя, на самом деле это отложилось. Я просто вот за вами ту красную лампочку, как говорится, которая зажглась у меня, записал. В общем, мысль такая интересная. Независимо от того, будет руководитель обучать или не будет обучать, тренером он должен быть, он просто обязан быть. Буквально пятницу даже пришлось применить частично. Ага. Вот. И что мне в ответ сказали клиенты, что мы всем своим друзьям посоветуем вашу компанию и непосредственно меня. Опа!